Осталось 10 секунд. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Александр Трубов-Савельев. Это Террор Лига, Enchant Cup, Best of 3, Backspace 13 против Rage Team. За выход в финал борются сейчас команды. Первую карту победили Rage Team, не сильно затрудняясь. Кажется, за 20 с лишним минут победили. И панапики уже начались. Абаддон First пиком от Backspace, с Леоном отвечают Rage Team, в бане стандартные ОД Краба, Инвокер и Медведь. Посмотрим, что пойдет дальше. Дополнительное время. Думбрингером отвечает очередь команды сил света выбирать героя. Команда Backspace, и уже мне нравится, начинает нравиться этот пик, Абаддон, который может снимать любые дебафы, Афотик Шилдом, Дум, который затыкает в принципе любого персонажа. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Слардер. Очередь. Пока непонятно, какой это фармящий или хардовый слардер, но в любом случае минус армор. Очередь команды сил тьмы запрещать героя. Очень хорошо будет заезжать, особенно по Думу, под землей его сложно очень пробить. Но минус армор, конечно, это все фиксит. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Да, вот в бане Дазл, говорил я уже ранее на предыдущих играх, очень неплохая связка с Лардер плюс Дазл. Популярная была в предыдущих версиях игры, когда стакался вот этот минус армора против физического дэмэджа, контры, конечно. Осталось же нету. Очередь команды сил тьмы запрещать героя. Очередь команды сил тьмы выбирать героя. Ланай также идет, Мелт тоже выдает неплохой минус армор. Осталось 5 секунд. Оправданный бан, естественно. Дополнительное. Видим, что Rage Team чувствует себя довольно свободно, не заюзали нисколько дополнительного времени, в то время как Backspace призадумались, уже минуту использовали дополнительного и задумались над третьим пиком сейчас, как быть и чем играть. Очередь команды сил света выбирать героя. Лич. Неплохо, кстати говоря. Дадум может сожрать тролля, накинуть на себя
Ice Armor плюс Ice Armor Лича. И под землей неизвестно, как убивать этого Дума теперь. Визаж. Заходит Rage Team. Чудеса микроконтроля покажет нам кто-то из игроков. Возможно, Lucky, возможно, Believe in Me. И, конечно, неплохо бы здесь зашла также Тракса для хорошего пуша. Осталось 5 секунд. 20 секунд остается дополнительного времени в бэкспейсе. Осталось 10 секунд. Берется Балонар. Очередь команды сил света выбирать героя. Очень хороший персонаж для стартовых гангов. И, конечно, вот она Трекса, да. Очередь команды сил тьмы запрещать. Очень популярная героя. Связка, как на про-сцене, так и частенько можно ее встретить в пабах. Посмотрим, как осталось 10 секунд. Rage Team ее реализует, готовит ли ее, или как-то спонтанно получилось. Мы не знаем, конечно же. И вот банится сил света запрещать героя. Фурион. Еще они отсекают лишний пуш, команда Backspace. Последний бан от Rage Team. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Банится Ликан. Очередь команды сил тьмы. Тоже не хотят героя. Лишний пуш. Команда Rage Team. И по последнему пику 30 секунд буквально остается у Backspace. Кажется, не хватает кого-то в мид. Возможно, это будет фармящий Doom. Либо что это медовый Балонар. Осталось 10 секунд. Doom в харде. Пока непонятно. Осталось 5 секунд. Сларк. Да, это, кажется, медовый Балонар, Дум в харде и фармящий Сларк. Интересный выбор от капитана команды WNW. И чем ответят Rage Team? Здесь нам нужен мидер, возможно. Слардера бы я поставил в харду. Посмотрим, как будет играть Сларк против Слардера. Осталось 10 секунд. Будет ли успевать снимать себя Amplify Damage Dark Pact'ом? Дополнительное время. Задумался здесь Мичиган над последним пиком. Варлок. Медовый Варлок. Очень хорошо, очень интересно. Посмотрим, как себя покажет здесь обе команды. Ну, честно признаться, сейчас пик Rage Team мне нравится больше.
Ну и как же без вылетов? Что ж, представим команды. Команда Rich Team, которые ведут сейчас 1-0. Мичиган играет на Draw Ranger, Яо на Сладдере, Lucky 27 на Визаже. На Визаже Джао, Медовый Варлок, Believe in Me на Лионе. В то время как Backspace 13, White Eagle, Хардлайновый Баланар, Оби-Ван Кеноби будет стоять на Лича, WNW, капитан команды на Сларке, 13-й на Думе, Дум у нас в харде будет, да, простите, и 812-й на Абадоне. Смотрим начальный закуп, Сларк у нас до сих пор не закупился. Капитан команды. Так, смоки уже от Rage Team. Да, вот закупился Сларк, взял себе сразу Бурман Шилд, взял танго. Готов потерпеть немножечко от рейнджовых героев оппонента. Смоки вышли, Believe in Me, естественно, идет первым. Хекс качан на сапоге. Могут сейчас найти Дума. Найдут ли Дума? Видят его с хайграунда. Но нападать пока не будут. Могут подождать, конечно, но, кажется, время только потеряют. Да, Мичиган вот здесь вот его увидел. Могут, конечно, зайти в спину. Поставили здесь вард и расходятся. Конечно, никого не нашли здесь, да. Кушает ли здесь Лич? Да, Лич кушает здесь. Медовый Баланар. Очень интересно. Против медового Варлока не часто мы встречаем в миде и того, и другого персонажа. Довольно интересно показывает нам здесь игру. Обе команды размениваются скиллами. Джао с Вайт Иглом. Войд против Shadow Ward. Last Word это у нас у Сайленсера. Да, есть как у нас... Так, нападение на Яо, стан по двоим, WNW плюс 812, и нечем здесь, конечно, его брать. Можно будет снимать Amplify Damage, у нас Сларк не только как лично себе может снимать, но и Афотик Шилд также будет снимать этот минус армор. Топовый крипстат пока у Джао на карте, 5 крипов у него против 0 крипов у Баланара и 5 крипов у Варлока. Продамаживает здесь Джао Вайт Игла. На отводах у нас Оби-Ван Кеноби. Снова нападение на Яо. Паунс. Снова должен быть стан. Стан снова по двоим. И будет ли продолжение? Продолжение должно быть. Но WW уходит. Ну, так, Трикса. Еще один шанс фарма. Нет, не получилось у нее под вышкой забрать крипов, к сожалению. Отводят здесь... Да, отводит все-таки одного оранжевого крипа. Здесь ли он? Двоих даже отводит. Нет, все-таки. Да, все-таки одного. Немножко не получилось. Что у нас? Лаки вкачал уже Soul Assumption. Есть у него Grave Chill. Контроль от обе руны. Стараются зонить здесь Яо.
Так, Frost Blast на него. А тем временем делают First Blood на Думе. Вышли здесь, Визаж делает First Blood и прогоняет Яу. Что-то пропустил. Боже, как же здесь продамажили Баланара. Он 4 крипа у него только 2 гантельки. И приходится уходить ему здесь с мида. И Джоу Маша просто здесь задоминировал. 16 крипов против 4 с самого начала, это очень и очень плохо. WW вышел, паунс никуда, прожимается здесь Fairy Fire, Яо будет лежить, здесь он под спринтом, большой дэмэдж наносит, но станом он сам себя добил, Абадон засчитывается фраг Абадону, потому что, в общем, в афотик шилд, стан он прожал и от этого и убился. Но стан, кстати говоря, по троим прошел, красиво выглядело, но засуицидился в стан. Идет здесь через Fatal Banzai, через Shadow Ward, стандартная медовая раскачка Warlock'а. Очень хорошо ему здесь стоять, еще под Precision Aura'ой. Уже плюс 12 есть сверху, плюс 13 должно быть, даже плюс 10. Так, Юлик еще. В любом случае, есть уже Race Band 1 и Draw Ranger, возможно, возьмут себе второй. Ранний буст будет. У Леона уже есть сапог, есть Ring of Regen. Стоило бы, конечно, выйти куда-то с Визажом, хорошо, но Визаж здесь там встрял. Ночь, White Eagle очень хорошо, очень быстро бегает, так... Бодиблок от Джоу, хороший бодиблок. Будет ли еще? Так, нужно продолжать. Fatal Banzai еще накидывает здесь Grave Chill. Soul Assumption выпускает, но здесь много дэмэджа. Слишком White Eagle. Хороший спайк под Believe in Me. Fatal Banzai все так и действует. White Eagle здесь погибает от Shadow Ward'а. И 13-й не прожал здесь стан. Снова 13-й не прожал стан. 13-й на прошлой карте играл за Эршейкера. Не было от него нужных фиссур, от которых также, кстати, умирал White Eagle, насколько я помню. Аура. Сопротивление. Дополнительное сопротивление магии здесь себе взял. Ну, такое на самом деле. Так, вот хорошо есть. Так, два крепочка. Ну, Мичиган, давай третьего. Я от тебя отстану. Все. Все, я отстал от него. Нет, хорошо, хорошо крепится здесь топ-2, 29 крипов, 32 у WNW, есть у него уже ПТ, взял себе Quilling Blade, хорошо. Да, потратил здесь время, конечно, White Eagle на эти иллюзии. Стоило просто пропустить их и стоят там себе спокойно. Все равно не... Кто тут? Ходит только Doom. Съел тут сатиром Мучителя. Есть у него неплохая Unholy Aura. Аура есть. Вот он будет получать реген здоровья. Так, паунс с пикселями буквально достает здесь спаунса. И я вот здесь забирают. Неплохо. Забирает здесь лич, кажется, с Frost Blast'а. Шесть регенерации здоровья. Боже. Так. Нападение от Мичигана, но... Frost Arrow столько... В один не особо они остановят этого Дума, а под землей тем более. Зато вкачал уже Гаст в 2.
И сайленс будет 3-секундный, кажется. Уже 4-секундный сайленс. Хорошо. Так, здесь снова нападение на Слардера. Да, его здесь задоминировали, конечно. Прилетел здесь Believe in Me на спасение, но было уже слишком поздно. Рецепт на Hand of Midas есть у Джоу. С Мида вообще замечательно он себя сейчас будет чувствовать. Всегда будет при деньгах. Да, еще буквально одного крепочка будет у него Мидас. Девятая минута, не совсем поздний. После сапога, после бутылки, даже очень хороший результат получается. Естественно, будут тут Аганимы, возможно, рефрешер, Шива, может быть, Октарин, почему нет. Башня так, сил и моментально скушивается башня Мичигана Мулаки, не было даже здесь суммонов, фамильяров. Шестой уровень берет себе Мичиган, уже седьмой даже. Так, видим, что Лич пришел, Биван Кеноби уже на сапоге, довольно быстро бегает, даже со сломанными транквилами, 370. Сколько? Да, 400 будет. С целыми транквилами. Да, Мичиган, насколько я помню, вчера также играл Дроу Рейнджер и... Насколько я помню, такая же сборка у него была. Аквила, и были барабаны. Статовая такая Дроу Рейнджер получалась. Так, Грейв Чилл по Вайт Иглу. День. Он не так уж и быстро бегает, но есть фейзы. Кидается на него Афотик Шилд. Кидается Айс Армор. Подключается Ночь. Моментально сбривает Лича. Под Фатал Бонзами находится сейчас Вайт Игл и 812. Нету 812 еще Бору Тайма. И просто отходят. Болнар, Болнар сейчас слишком быстрый, и у него уже Войд в 4, пассивка у него в 3. Да, может сейчас наводить шороху по карте, но это пуш. Ранний пуш потенциал очень хороший. У команды Rage есть Precision Aura, активировали ее моментально. А, активирована она была еще вот здесь вот. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Мичиган подамажил здесь немного уже тир 2. Джао на руне ускорения. Фатал Бонзами здесь кого оплел? Оплел только Дума. У Дума, кстати, тоже уже есть драмы. Слардер здесь старается получить побольше денег и опыта. Есть у него уже сапожок, есть пояс силы, нападение на WNW, стан просто впустую прошел, и стоит сейчас так, прожимается Shadow Dance, будет ли идти до конца за Яо, Яо, да, хватило у него маны на баунсер, спайки, WNW здесь погибает, Soul Assumption добивает здесь его визаж. Чуть-чуть до шестого уровня, буквально еще 60 экспириенса. Конечно, хотелось бы где-то в соло его получить. Да, вот получает шестой уровень, моментально активирует себе, призывает фамильяров. И пуш снова готов. Уже Precision Aura откатилась. Ваши можно активировать прямо сейчас. Атакует. Будет ли активировано? Да, моментально, боже, какой же дэмэдж проходит под тауру. Просто спушили все в один момент. Здесь визаж просто увидел, сказал, всего доброго, башня, я буду скучать. Ну силы и тир 1 вышек, ни на одной линии уже нету у команды Backspace. Кидается Ice Armor на башню, пуш немножко останавливается. Так, Borrow Time подрубается от 812-го. Чайник
Снова големы, чайник летает, продамаживает только визажа, визаж погибает, здесь дамажит Яо. WNW сейчас под Amplify Damage, нужно продамажить хоть чем-то, станчик один, другой, и с руки, и с руки. Хорошо, забрали здесь и Сларка, и визаж, и Леон в размен на Лича, и Сларка очень хороший. Дум на Джоу, но бессмысленный совершенно Дум. Amplify Damage на него вешается. Найтсталкер пришел, добил здесь Слардера. Под Думом до сих пор бегает Джоу. White Eagle его добирает. Стан хороший. Еще один стан. Нет, не попадает. Умирает здесь также Джоу. И... А в это время Мичиган просто здесь забрал Тауэр. Бедный 13-й, боже. Его гнали до самого конца, он не смог ничего сделать. Ну, Дум хотя бы впустую не ушел здесь. 6-10, конечно, нужно какие-то соло-киллы уже находить. Тракса сейчас первая по крипстатам, посмотрим, что у нас по общей ценности. Да, Мидас себя оправдывает, естественно, на Варлоке. Есть уже у него поинт-бустер, 1500 сверху, еще столько же до Аганима. Это будет ранний Аганим. И уже два голема. Посмотрим, какой контроль будет. WW взял себе Shadow Amulet. 600 голды остается. Так, хорошо контролит здесь Лаки. И просто добивает его здесь с руки. Так, Shadow Dance от WW. Кидает на него медальку Лаки. И что же дальше? Стоит он здесь в инвизе. Моментально просто, зачем же ты себя показал здесь WW, моментально его здесь сбрили, 812, Borrow Time, нужно его как-то останавливать, кидается на него Amplify Damage, скидывает себя Апотик Шилдом, минус еще Абадон, и здесь White Eagle забирает Леона, отыгрывает здесь свое преимущество, вернее наоборот, выравнивает счет. Rage Team выходят моментально на Рошана. Минус армор двойной. Минус 10. Минус 5 у него сейчас своего армора. Моментально разваливается. И Аедис остается Drow Ranger. На 16-й минуте забирает Рошана. Нужно его как-то реализовывать. Да, видят сейчас Сларка. Будут обходить спину. А, простите, его же и тиммейты. Ладно. У визажа есть поинт бустер, также ему нужно 3000 до Аганима, будет 3 фамильяра. И пуш снова идет, очень хорошо, экономит, пока он Precision Aura. А, кулдаун здесь буквально еще 4 секунды, и можно заходить на хайграунд, почему нет? Тир 2 остался только по ботом коридору. Да, сейчас спокойно заберут еще вот этот тир 2 и действовать дальше нужно. Сейчас наверняка подрубит Precision Aura, да, включает вот и просто сбривает Tower в один момент. Башня сил тьмы на нижней линии разрушена. Ogre Club. У Слардера не будет блинков ранних никаких. Силы уплотняется здесь Слардер. Хочет подольше жить, инициации не будет. Так, на 13-го здесь нападение. Включает ночь White Eagle. Кажется, заберут здесь сейчас Леона. Нет, под Шедвордом он здесь находится. Подкидываются скиллами. Башню сил света на верхней линии атакуют. Но потихонечку продамаживается здесь. Тауэр юзается смоки, возможно сейчас будет выход. ТП-шится Слардер, не успел здесь. ТП-шится Сларк, забрал Тауэр. Да, есть у него уже Клеймор, есть Shadow Blade. Целой толпой формят здесь команда Рич. Готов уже почти у Варлока Аганим, осталось буквально 70 голды, принесет себе остальные три части разом. Ну, Сларк, что же покажет Сларк здесь?
Траксы у нас что? У Траксы уже доминатор сверху после барабанов. И еще буквально 100 голды будет Яша. Да, вот несет себе уже три части аганима. Джоу. Также половина аганима готова у визажа. 3-3-4 идет. Неплохой результат. Неплохой контроль показывает. Так, что у нас здесь? Здесь Ларкс нападает на Believe in Me. Стан получает, палец получает и уходит в Shadow Dance. Будет ли догонять? Догонять должны. Хорошо. Юзается на него в Grave Chill. И уже Frost Armor. Doom выходит на визажа. Зачем? Чем Doom на визажа прожимается здесь на него Amplify Damage. Плохо законтролили здесь фамильярами. Яут умирает от четверых. Четверо все в одном месте собрались. У WW не хватает никакого дэмэджа. Ульт выходит по всем. Два голема здесь хорошо продамаживают. White Eagle здесь с армлетом уже... Нет, не убивают здесь Мичиган White Eagle. 812-й, уже Borrow Time прошел. 812-й, юзает Aphotic Shield, но все равно сбивает моментально, прожимает это 2 в 2. Умирает Hardliner и саппорт против Кэрри и саппорта. Снова в плюсе сейчас Rage Team. 15 секунд еще не будет с Ларка, но есть у него байбек. Юзается здесь Глиф. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Так, Ультракса нету, пока еще Precision Aura не активирована. Посадила здесь фамильяров. Хорошо, спушили здесь Тир 3 вышку. И нужно бы отойти по-хорошему. Да, падают здесь големы. Уже не продамажили ни один. Ни одну казарму. Так, Believe in Me здесь убился, просто поставил здесь варды и убился в них. Видели здесь, конечно, его. WNW здесь, конечно, его не отпустят. Да, страдает здесь Леончик, 1-4-6 идет, но это все ничего. Ничто по сравнению с тем, что у вас уже сторона голая. Голая сторона, здесь продамажена уже вышка. На миде еще только не заходили. Да, и даже крипы вот уже заходят. Две пачки крипов зашли. Так, а что, аура, что ли, подключена? Да, аура подключена, и просто вот вышки нету. Лич здесь умирает от визажа. Баланар бежит за Слардером, кидается на Слардера. Здесь Shadow Ward отхиливает своего хардлайнера. Фрилхаймер есть у Слардера. 1000 сверху, еще чуть-чуть, буквально 400 голды. Будет у него Black King Bar, можно будет врываться. Но Black King Bar это такое. Doom пробивает Black King Bar. Ну и вряд ли, конечно, Doom будет ультовать в Слардера. 3000 почти сверху Сларка. Посмотрим, во что выйдет. Так, вот, кстати, Огр-чародей, вот этот вот, с айс-армором, таким же, как и у Лича, а Лич без айс-армора, вот этого вот, крипа вот этого, а стоило бы, они стакаются, и очень хороший баф дают, здесь, конечно, айс-армор еще в 2, но когда в 4 будет, без БКБ не пробить, там... Тотальное замедление будет. Аля Enchantress. Пушем здесь занимается WNW. Нет у него маны ни на что. Не пошел дальше. Слардер. Блинк. Блинк Дагер, конечно. Вот нужен здесь Блинк Дагер очень сильно. Вместо БКБ нужно инициировать, догонять Сларка. Конечно, он отхилился. Уже Вижена не было на него. С помощью своей пассивки отхилился и... Будет продолжать сплит пушить, тем самым набирать еще больше золота. 3800 у него уже на руках. И что ж ты купишь, Сларк? Возможно, БКБ.
БКБ здесь очень хорошо зайдет. Нужно снимать себе сайленс, нужно и выйдеть вот эту вот всю замечательную прелесть. Вот это очень много magic спылов. Нет, все-таки берет себе Ultimate Torp, второй тут же моментально, плотностью укрепляется здесь Сларк, будет Таскади, тоже неплохой выбор. Лабадон, Транквил, Баклер, Хедреска, что буквально 150 голды, 100 уже голды, и будет Меканзм. Так, White Eagle выходит на Яо, кидает на него Void, спринт подрубает Яо. БКБ уже есть у Найтсталкера. И БКБ себе несет и Яо. Кстати, Ultimate Torp здесь уже. И Манта Стайл, рецепт на Манта Стайл, есть Яша, Мичиган берет себе Манта Стайл, будет снимать себе Сайленс Баланара. Так, хорошо, есть дабл дэмэдж, и можно здесь спокойно Рошана забрать, очень легко будет. 400 дэмэджа с руки, минус армор нужно сейчас повешать на него. Где же визаж? Да, минус 8 сейчас армора всего Рошана, и просто моментально его сбривают. Хаеки снова у Мичигана. Нужно продолжать пушировать. Так, Сларк здесь выходит на тир 2. Да, ну пуш, конечно, весь пуш от Team Rage гораздо круче будет, нежели куш одного Сларка. Вот он до сих пор ковыряет тир 2, взял уже тир 2. Нужно делать ТП на базу, нужно как-то дефать. Вышки почти не осталось, нужно подрубать здесь Глимс, замедляет Грифчилом 13-го, станется 13-й. В него все вливается, боже мой, какой дэмэдж. По троим выходит стан от големов. Минус 3 моментально, выкупается Дум, здесь забрали Баланара, минус Баланар, 60 секунд его не будет. Есть ли байбек у Баланара? Да, есть байбек у Баланара, минус сторона, моментально сливается сторона, Дум на визаже, визаж под Amplify Damage, выкупается Баланар, но Blacking Bar у него сейчас нету, это минус, еще вышка в миде, и нужно спушить еще и барак милишный, есть... возможность пушить милишный барак. Сларк здесь забирает визажа, подрубается ночь, врывается. Сларк прожал здесь уже Shadow Dance, но отгоняют, не хватает просто дэмэджа. Так, стан по Оби-Вану Кеноби, моментально срезают здесь лича, продолжение идет, за 13-м под Amplify дэмэджем забирает здесь Варлок с помощью двух големов. Спушили здесь уже мид, и Тракса продолжает пушить. WNW пришел на Траксу, сайленс по Траксе, но она, он под Айс Армором, и это минус Аегис. Будет ли здесь спасать как-то своего керри, но еще один паунс, берут, и Мичиган убивается в казарму. Так, здесь Найтсталкер у нас под Amplify Damage и Shadow Ward выживает все-таки. Есть у него тут армлет. 27 минут, и все это не важно, что вы потеряли нескольких героев. Вот кор-герой у вас сейчас... боже мой, рефрешер уже есть. У этого молодого человека рефрешер. Кстати, ничего не проюзанный, то есть... какая разница, что вас тут всех забрали, потому что вы на 27-й минуте забрали две стороны, и Мичиган убился еще и в казарму магов, то есть достаточно сильно ее продамажил, буквально 1000 хп осталось у него, у казармы. Скади готова уже у Сларка, 2300 сверху, но не сможет Сларк отпушивать. Так, нападение на Believe in Me, 4 тычки, паунс и плюс 550 голды сверху Сларку. Есть у него еще гиперстон, покупает, возможно, выход в
Что, неужели это Кираса какая-нибудь? Я верю, что это будет Гиперстон, вот этот второй Миншард. Так, снова юзается Shadow Blade. Есть блин Куяо. Армлет также себе хочет приобрести Слардер. Есть уже у него Helm of Iron Will, есть рецепт. И здесь хорошо бы зашел гем. Нужно пресекать врыв Сларка, кидать на него газ заранее, кидать на него больше контроля, хекс кидать, спайки. Ну и WNW продолжает сплитпушить по единственной целой стороне, которая у него осталась. Так, Мичиган, WNW здесь ворвался на... Боже мой, как же сбрили здесь моментально этого Сларка, влили в него все. Лайон раскастовался в Сларка, пустил у него палец смерти и сбрили. Слишком поздно включил здесь Shadow Dance Slark. 47 секунд его не будет еще, если байбек. Байбека нет, 20 голды не хватает. Это сейчас натикает ему. Но, скорее всего, он и так. Да, вот есть байбек. Света на центральной линии разрушена. Спушили первый тир 1. Спушил соло White Eagle. Так, сколько уже там? 9-секундное БКБ еще на готове. У него есть ТП, если что, может прийти. Моментально сбривают здесь. Так, ворвался хорошо Яо, включил БКБ. Стан по двоим хороший. Тут же раскастовывается Варлок. Подбору таймом находится 812. ГГ пишет White Eagle. Нечем остановить этот пуш совершенно. Да, возможно, Сларк ваш дерется хорошо, но... Но нет. Сларк не может остановить такой буш. Побеждает Rage Team без особых проблем. За полчаса побеждает вторую карту и выходит в финал, где сейчас уже встретятся с Scandal Project. Буквально с минуты на минуту. Ребята, не разбегайтесь. Оставайтесь с нами, а пока музыкальная пауза.